Люди должны знать свою культуру, считают члены жюри областного конкурса популяризации объектов культурного наследия. До 1 сентября шел прием заявок по трем номинациям. Проект для детей и молодежи, проект, реализованный в СМИ, и лучшая разработка в гражданско-патриотической направленности. Перед членами жюри 28 участников из разных муниципалитетов. Вокруг кандидатур победителей ведутся жаркие споры. Предстоит определить, чей проект самый масштабный, жизнеспособный и имеющий шанс заинтересовать большее количество людей. Особое впечатление на жюри произвели работы участников из Лежнева, Шуи и Пучежа. Работы разносторонние как по количеству участников, так и по возможности объединения усилий. Самое важное, что конкурс показал, там, где объединяются власти, музейщики, архивисты, образование и журналисты, там получается прекрасный проект.